Всем привет, меня зовут Артемий Леонов, я обозреватель ДТФ, и так вышло, что недавно я первым в мире среди журналистов сыграл в текущую версию игры Atomic Heart. И сегодня я хочу рассказать о том, как это получилось и что я, собственно, увидел. Для начала, на всякий случай, о том, что это, собственно, за игра. Студия Manfish появилась практически из ниоткуда, была основана людьми, которые до этого не работали в игровой индустрии, и сразу же очень громко заявила о себе яркими трейлерами игры Atomic Heart, которая сразу же привлекла внимание и российских, и западных СМИ. Manfish получила поддержку от таких крупных компаний, как Nvidia и Epic Games, но после выхода недавнего геймплейного трейлера игра оказалась в центре крупного скандала. Телеграм-канал под названием GameDev, который мы заслужили, опубликовал анонимные обвинения от бывших сотрудников студии, которые обвиняли Manfish очень во многом: в плохих условиях труда, немотивированных увольнениях, что игра очень сильно тормозила даже на самых топовых компьютерах, что боты в игре не реагировали на появление игрока, и вообще по общему настроению материала могло сложиться ощущение, что игры вообще нет, все это какой-то развод. А обо всей этой ситуации можно подробнее прочитать на сайте DTF, ссылки будут в описании. Так получилось, что мы запланировали визит в Manfish за несколько дней до появления первых обвинений, и в результате материал канала GameDev, который мы заслужили, появился в сети уже тогда, когда я буквально стоял на пороге студии. В этот момент я понял, что моя экскурсия в офис обещает быть интересный. Так и получилось. Вероятно, руководство показало мне гораздо больше, чем планировало изначально. Все посещение прошло под знаком обвинений. Разработчики всячески пытались мне доказать, что игра все-таки существует, и постоянно подшучивали над ситуацией. Например, говорили, что все, что я вижу, на самом деле заранее записанный ролик, хотя я видел, что люди жмут на клавиши, и игра на это реагирует. Или говорили, что звуки стрельбы и окружения, которые я слышу, это на самом деле заранее включенная звуковая дорожка, хотя потом мне показывали, что это было не так. Теперь о самой игре, о том, что мне, собственно, показали и во что я сыграл. На самом деле, показали мне не так уж и много. Дело в том, что руководство студии утверждает, что большой, крупный, масштабный анонс запланирован на какое-то другое время, а сейчас ничего показывать или рассказывать они вообще не собирались. В результате демонстрация получилась немного хаотичной и даже неожиданно для нас всех растянулась на 2 дня. После того, как я дал руководству студии понять, что напишу, что пострелять и походить по открытым пространствам мне так и не дали, меня пригласили в студию во второй раз. Мне удалось побегать по 2 локациям. Одна в закрытом помещении, в каком-то подземном коридоре, и другая на открытом пространстве. Обе эти локации можно было видеть в трейлерах. Полностью мне их изучить не удалось, потому что в какой-то момент меня остановили и сказали, что на уровне ведутся ремонтные работы. На уровнях мне встретились противники, они реагировали на мое появление, пытались на меня напасть. О, сука! Уворачивались от моих ударов и преследовали меня, когда я от них убегал. Первый день мне разрешили только бить врагов кувалдой, потом мне это объяснили тем, что просто хотели показать, как выглядит боевая система в ближнем бою, и это никак не было вызвано тем, что не хотели мне показывать стрельбу. А во второй день мне уже дали пострелять, причем даже из разного оружия. В том, что касается текущей версии игры, эти 2 уровня — это все, что мне показали. Делать какие-то выводы на основании этой информации практически невозможно, за исключением того, что игра в каком-то виде существует, а слухи о ее технических проблемах, по крайней мере, преувеличены. Плюс к этому мне показали набор из 7 довольно обширных локаций, которые в студии называют прототипом. Эти локации очень детально проработаны, но их все равно называют прототипом, несмотря на то, что в них даже присутствуют кат-сцены. И как ни странно, именно этот так называемый прототип из 2017 года произвел на меня большее впечатление, чем то, что называется текущей версией игры. Именно демонстрация этих локаций позволила мне по достоинству оценить то, за что на Atomic Heart и обратила внимание общественности. Прежде всего, это крайне необычная эстетика, внимание к деталям и арт-дирекшн. Уровни очень атмосферные, по ним интересно даже просто ходить, вглядываться в какие-то мелкие детали, наблюдать за поведением роботов, пытаться
понять, что происходит в этом странном мире. Но про все остальные аспекты игры пока, к сожалению, ничего определенного сказать нельзя. Резюмируя, пока невозможно сказать, насколько интересным в игре будет сюжет, насколько интересным будет геймплей, насколько будет продуман открытый мир. С уверенностью можно сказать одно. Игра, по крайней мере, в каком-то виде, в каком-то состоянии существует. То, что я видел, не производило впечатления развода на деньги. А чтобы судить обо всем остальном, стоит дождаться крупных анонсов, которые разработчики обещают. Более подробно о нашем посещении Mantfish и обо всей этой ситуации в целом вы можете прочитать в материалах на сайте DTF, ссылки на них будут в описании. Мы обещаем пристально следить за разработкой Atomic Heart, держать вас в курсе событий. На этом все. Всем пока.